Привет, друзья, привет. Вот смотрите, что я сделал. Прежде чем мы выдадим вот этот манифест, генератор, который может создать образ будущего, я вот сначала посмотрел там в интернете, поискал там какие-то такие самые такие интеллектуальные сообщества, которые переписываются между собой вот так открыто. Я туда вошел и посмотрел, о чем они говорят. О научно-техническом прогрессе, о чипах, они говорят о человеке и так далее. И обсуждают эти вопросы, почему диктатуры происходят и прочее. Ну, конечно, я должен сказать вам об этом. Потому что прежде чем мы устроим мозговой штурм, прежде чем я вам покажу приемы, новые приемы саморегуляции, объясню их механизм, мне нужно вам это сказать, конечно. Я там комментом написал вот что написал. Я себе здесь вот отметил. Основные противоречия в эволюции человека и развитии системы устройства общества происходят в точках бифуркации и неопределенности из-за опережения научно-технического прогресса. Я так думаю, что научно-технический прогресс опережает. В сравнении с чем? Опережение научных достижений по отношению — это условие отсутствия науки о человечности. Потому что пока она приписана искусству, литературе, религии, научно-технические изобретения происходят, и это происходит с опережением, вообще-то, что такое человек, человечность. Такой науки нет в природе. А давно бы надо бы сделать. И использовать те критерии, научные критерии, для того, чтобы, как я говорил, поставить их во главу угла в любой системе обучения, образования, подготовки кадров любого уровня. Да, потому что люди делают изобретения, создают науку, а науки о человечности нету. Я там написал, и что у нас есть идея создания генератора образа будущего. Да, как там можно сделать мозговой штурм, потому что, оказывается, я написал, свободы не одна, а две. Вот же в чем дело. Свободы не одна, а две. Внутренняя свобода и внешняя свобода. И поэтому, поскольку природа единая, законы природы едины и для человека, и для социоустройства, и для всей природы, ну, единые законы. Соответственно, поэтому и появились и Запад, и Восток, где разные первичности ценностей ментальных. На Востоке первичные духовные ценности при выборе любых решений, а на Западе материальные. Первичность. Да, и вот эта вот несогласованность первичных и материальных ценностей при выборе решений. Ну, не буду вас затруднять такой интеллектуальной деятельностью сейчас. Я просто вам скажу, что я готовлю к следующему выпуску приемы, методические приемы на основе метода ключ. Начнем сейчас обучение, чтобы каждый получил возможность быстро регулировать свое состояние. Потому что, когда мы устроим этот мозговой штурм, мы там выбранную нами проблему, которая сегодня кажется недостижимой, мы ее решим. А пока выбирайте, пишите комменты, предлагайте какую тему. Я смотрел прошлый наш выпуск, очень много комментов, молодцы, наша школа развивается, да-да, и все будет замечательно. А то, что я посмотрел и туда написал эти комменты, я сейчас зондирую. Во-первых, каким образом связать то, что мы даем? Мы же с опережением даем, того еще нету в мире, то, что мы будем давать. Как это связать одно с другим?
чтобы это не было опять так далеко от них, ото всех, которые на эту тему размышляют. Но мы всегда впереди идем, ну что делать? И поэтому у нас тоже получается, как у Высоцкого, про него писала Марина Владимировна, в споре со временем. Ну давайте, друзья, до встречи. Я готовлю приемы, а вы делайте комменты, пишите предложения, какую тему мы поставим разработать на мозговом штурме. И через несколько встреч устроим этот штурм мозговой. И там будет так интересно, потому что мы сможем общими усилиями решить ту проблему, которая, кажется, на первый взгляд, вообще нерешаемая. А мы решим. Потому что наша школа «Человек будущего» – это окно в будущее. Да. Все оказывается внутри нас. И наша задача – открывать себя. Да, до встречи, друзья.